Всем привет! Я рада, что вы зашли на канал Tessa Art. Сегодня мы нарисуем очень простой морской пейзаж. Список материалов в описании под видео. Я решила сделать открытку, поэтому взяла лист А4, сложила его пополам, а также зафиксировала скотчем. Начинаем с неба, используем белую и синюю краски, а также плоскую синтетическую кисть. Кстати, если вы переживаете, что линия горизонта может выйти неровной, то также закрепите скотч. И стараемся сделать переход от синего цвета к голубому. Теперь берем круглую кисть фитину и начинаем накручивать облака белилами. Не забывайте заходить в раздел «Сообщество» на моем канале. Там вы можете писать комментарии к записям, оставлять пожелания и задавать вопросы. Также заглядывайте в мой Инстаграм, там публикуются эксклюзивные фото и видеоматериалы. Заходите и сами все посмотрите, все ссылки в описании. Когда закончили с облаками, то можно снять скотч и переходить к воде. Я смешиваю бирюзовую краску с белилами и закрашиваю этим цветом море, оставляя небольшой участок внизу листа. Синим цветом добавляем несколько линий. Охру смешиваем с большим количеством белил и намечаем пляж. Можно взять кисть меньшего размера. Белилами делаем переход от моря к песку.
Зеленым цветом той же кистью рисуем пальмовые листы. Сначала намечаем их темно-зеленым, а затем местами проходимся желтой краской и светло-зеленой для того, чтобы придать объем. Тут не вышло снять по-другому, поэтому рука немного закрывает рисунок, но думаю, в этом нет ничего сложного, так что это не страшно. Теперь остается только добавить деталей. Я нарисовала птичек черной краской, также красным цветом добавила две морские звезды и под конец небольшую яхту вдали. Вы можете рисовать что-то свое, внести в рисунок индивидуальность. В целом рисунок готов, но так как я делала открытку, то решила еще украсить края с помощью фигурных ножниц.
Вот такой морской пейзаж у нас вышел. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и Инстаграм. Выкладывайте фото своих работ в группу ВКонтакте. Не пропустите новые видео. Пока-пока!